Тяга гантели в наклоне – одно из лучших упражнений со свободным весом для развития мышц спины. Основную рабочую нагрузку получают широчайшие мышцы и большие круглые. В дополнение к ним участвуют ромбовидные, задние пучки дельтовидных, трапециевидные и, конечно, бицепсы. Левым коленом встаньте на скамью, затем наклонитесь и упритесь в нее рукой. Туловище практически параллельно полу, в пояснице прогиб. Правая нога стоит на полу и немного согнута в колене. Правой рукой держите гантель нейтральным хватом. На выдохе подтяните гантель к низу живота за счет сокращения мышц спины. На вдохе медленно опустите гантель в исходное положение. Старайтесь выполнять движение именно за счет мышц спины, а не рук. Для этого поднимайте локоть высоко и не отводите его сильно в сторону. Сохраняйте спину горизонтальной и не круглите ее. Именно при таком положении тела максимально задействуются мышцы спины. Преимущество тяги гантели в отличие от тяги штанги в том, что упражнение выполняется по большей амплитуде. Кроме того, упираясь рукой в скамью, вы снимаете излишнее напряжение с поясницы и благодаря этому можете работать с большими весами, с минимальным риском получить травму. Чтобы удержать тяжелую гантель в руке, используйте лямки. Тягу гантели в наклоне вы можете выполнять стоя двумя ногами на полу. Для этого просто наклонитесь и обопритесь одной рукой, например, в край скамьи. Туловище также должно быть практически параллельно полу. Техника выполнения упражнения не меняется. Не вращайтесь в пояснице. Не круглите спину. Не отводите локоть в сторону.